Здравствуйте, это новости на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов и короткий анонс о самых важных событиях. Более 20 учеников школы номер 36 госпитализированы. Дети отравились слезоточивым газом. Подробности ЧП буквально через минуту. 100 тысяч на благотворительность. Любители и профессионалы настольного тенниса приняли участие в открытом республиканском турнире на призы муфтия республики Шейх Ахмад Афанди. Теплая встреча и традиционная лезгинка. Так встретили героев паралимпийцев, вернувшихся домой. Подробнее в спортивном блоке. В Махачкале более 20 учеников школы номер 36 госпитализированы после отравления слезоточивым газом. Известно, что старшеклассники приобрели баллончик в соседствующем с учебным заведением специализированном магазине и распылили его в коридоре. Хронологию произошедшего остановила моя коллега Патимат Ханапова. История началась здесь, в близлежащем магазине спецодежды. Старшеклассник зачем-то решил купить перцовый баллончик, а как он действует, проверить в коридоре школы. В результате пострадали более 20 детей. Что произошло? Расскажи. Там мы сидели на четвертом уроке, там мальчики, 3 или 4 было мальчиков, взяли газовые баллончики и разбрызгали. И все начали кашлять, выбежали на улицу. И плохо стало. Начали задыхаться. Главный вопрос, которым задаются здесь, почему продавец магазина сбыл несовершеннолетнему перцовый баллон, не уточнив ни возраста, ни цели покупки. Согласно закону, данное средство является гражданским оружием самообороны. Его приобретение и хранение допускается с 18 лет, запрещено и его ношение в школе. Я заходил, он мне спросил, говорю, зачем продали, говорю, ребенку перцовый баллончик. Он мне говорит, что у него возраст должна была спрашивать. Я говорю, из-за вас, говорю, дети в реанимацию попали, говорю, трое. Говорю, на это, говорю, что скажете сейчас? Я при чем здесь? Мне что хотите сказать? Ну, таким сарказмом, злорадством разговаривает она. Я не стал с ней даже там ругаться. Ну, школа молодцы, да, учителя все. Сразу скорая приехала, все помогли, сделали. К нашему приезду магазин закрыли на ключ, в школе занятия приостановлены, проводится дезинфекция помещения. Выяснять обстоятельства произошедшего будет Следственный комитет Дагестана. По данному факту следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц указанного образовательного учреждения. В ходе следствия также будет дана правовая оценка и предпринимателю, продавцу данного магазина. Все пострадавшие госпитализированы в детскую республиканскую больницу. Врачи говорят, состояние у всех пока стабильное. Трое детей, попавшие в реанимацию, сейчас уже переведены в отделение. Их жизни также вне опасности. Все, что нужно, делается. Значит, и кислород давали дышать, и прокапали все, что нужно. Все, значит, назначение они получили. А вот сколько времени может понадобиться для полной реабилитации детей? Я думаю, что это недолго. Может, мы к вечеру, может, половину отпустим домой. Ну, по мере того, как стабилизируется состояние, значит, пожелание отца, может, и завтра отпустим домой. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И по последней информации, подростки установлены и доставлены в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу слезоточивый газ, еще предстоит выяснить. В отношении родителей собран административный материал. На перемене я пошел в магазин, чтобы прогуляться. Потом я видел магазин, точнее, давно хотел пойти в магазин, но зашел в магазин, взял перцовый баллончик за 250 рублей и спрятал его и направился в школу. Потом подошел к запасному выходу и проверил состав и дали 10 баллончик. Потом подошел одноклассник и попросил баллоня, отдал его. Передвигаясь по коридору, он использовал и струя попала мне в лицо. Я пошел отмываться от него, и когда уже вернулся, всех эвакуировали. На третьем уроке пошли, искали кабинет родного, и встретили друга. Он позвал нас, показывает баллончик, передал мне, и я не знаю, что это.
пару раз пшикнул. Ну, один раз, или два. Потом начали глаза болеть и пошел сразу умываться. Следователи в Дербенте начали проверку после удара электрическим током подростка на вагоне-цистерне на железной дороге в Дербенте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, 14 сентября 17-летний студент железнодорожного колледжа забрался на один из вагонов грузового поезда, где получил удар электрическим током. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Следователь Махачкалинского следственного отдела на транспорте осмотрел место происшествия, подвижной состав, опросил сотрудников железнодорожной станции, организовал комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося. Широкольскому рыбокомбинату помогут избежать гибели биоресурсов. Напомню, что из-за реконструкции Каргалинского гидроузла будет прекращена подача воды до 2022 года. Долгое отсутствие воды может привести к гибели рыбы. Проблему обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства республики Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. По итогам встречи было решено выехать на место и изучить ситуацию для решения проблемы. Отмечу, что Широкольский рыбокомбинат – крупное прудовое хозяйство по выращиванию рыбы частяковых и осетровых пород, в том числе редких экзотических. В Махачкале планируется капитальный ремонт улицы Каркмасова, сквера Фазуалиева и сквера Борцов Революции. Накануне во время прогулки с представителями общественных организаций мэр города Салман Дадаев рассказал о предстоящих изменениях. Подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. Из улиц, забитых машинами, сделать пешеходное пространство. Мэр Махачкалы рассказал общественникам о планах по ремонту улиц и скверов. Делегация побывала в сквере Фазуалиева и затем прошлась по улице Каркмасова и направилась в парк Ленинского комсомола. Во время прогулки Салман Дадаев отметил, что планируется расширить тротуар, заменить асфальт, а также отремонтировать фасады близлежащих домов. Это будет очень сложный проект насчет того, что таким образом... Впервые мы в Махачкале реализуем проект, когда создается пешеходно-ориентированное пространство. Мы создаем пешеходное пространство для того, чтобы единой пешеходной связью связать парк Ленинского комсомола и площадь. Две такие точки массового притяжения. Кроме того, не забудут и о маломобильных гражданах, ведь столицу республики необходимо сделать открытой и удобной для всех жителей. Хотел бы лично пожелать, чтобы вы учитывали потребности людей с ограниченными возможностями, и это учитывая сразу, не потом что-то достраивали, допиливали, доделывали, а уже в проекте уже стояли вот эти вот пандусы, вот эти вот бордюры, которые именно удобны не только людям с ограниченными сегодня возможностями, но и для молодых мамочек, которые очень много жалуются, что коляска просто, невозможно физически поднять эту коляску. Главный архитектор Махачкалы Бахтияр Улаев презентовал проект ремонта улицы Каркмасова и сквера Фазуалиевой. По его словам, здесь будут созданы зоны отдыха для всех групп горожан, амфитеатр и бесплатная детская площадка. Также будет обустроен памп-трек, а все зеленые насаждения при этом обязательно сохранят. Дети здесь собираются непосредственно, кто здесь живет. Это так зародилось у нас. Поэтому мы делаем условия для их транзита и уже будем обустраивать их в Ленинском парке. И самое главное у нас проблема здесь, вот эти пешеходные потоки, которые создались. Да, у нас есть дорожки, которые метровые, где два человека не могут разойтись. Мы будем их обустраивать. Здесь сделана подеревенная топосъемка, чтобы ни одно дерево не подлежало вырубке. И все это будет сохраняться, вся дорожно-транзитная сеть. Махачкала преображается, мэрия города прислушивается к пожеланиям населения. И если все-таки удастся реализовать новый проект в полной мере, центр Махачкалы полностью изменит свой облик и станет комфортнее. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Накануне в Махачкале прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису среди мужчин. В нем приняли участие почти 240 спортсменов-любителей и профессионалов со всей республики. Подробнее расскажет Карим Даниев. Давайте поприветствуем нашего чемпиона. Он награждается дипломом первой степени. Хасбулата Тимирлан! Тимирлан Хасбулатов сегодня празднует тяжелую победу. В финальных встречах соперники навязали ему серьезную борьбу, в которой он одержал верх. Свою победу он посвятил родным и близким, а денежный приз в размере 100 тысяч рублей пожертвовал на благотворительность. Подумал, вот, iPhone придет, уйдет, оно как бы это мирское, оно останется.
А если эти деньги отдать на благотворительность, у нас много нуждающихся есть, действительно. Оно останется навечно со мной. Поэтому это 100 тысяч рублей я хочу выдать своей жизни. Если позволишь поручить, я, наверное, ты, наверное, лучше знаешь, благотворительный фонд не самый лично, чтобы отдать ничего. А мои планы. В открытом республиканском турнире по настольному теннису среди мужчин приняли участие почти 240 спортсменов. На чемпионат съехались участники со всей республики. Самому младшему из них 8 лет, а самому старшему 78. Прежде в Дагестане не проходило соревнование по теннису в таких масштабах. Значит, уже вышли 16 сильнейших и уровень. Но я хочу сказать, что очень даже не слабый. У нас играют здесь мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. Но за организацию это особая огромная баркала Муфтияту, Федерации настольного тенниса. Все те организаторы, которых мы, может быть, и не знаем, очень высокий уровень. Профессиональные столы, 8 профессиональных столов, площадки, счетчики, спортсмены, зрители, как до нас дошло, что очень довольны качеством проведения наших встреч. Масштабный турнир на призы муфтия республики шейха Ахмада Афанди был посвящен Дню единства народов Дагестана. Такие мероприятия направлены на объединение и сплочение народа. Очень приятно, что наши люди любят спорт в Дагестане. Я думаю, что масштаб такого ранга, этого турнира именно по настольному теннису никогда такого не было. Среди призеров также отметились Магомед Ахмедханов и Магомед Шапи Зайнудинов, занявшие второе и третье место соответственно. Им вручили памятные подарки и денежные премии. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Герои Паралимпиады вернулись домой. В аэропорту Махачкалы встречали дагестанцев, завоевавших медали на играх четырехлетия в Токио. В столице Японии наши спортсмены выиграли 1 золотую и 3 бронзовые медали. С триумфаторами пообщались наши корреспонденты. Теплые объятия и зажигательная лезгинка. Так на малой родине встречают героев Токио. Радость триумфа с медалистами Паралимпиады разделили сотни болельщиков. Чемпион игр в метании клуба Муса Таймазов признается, только вернувшись домой, в полной мере осознал, что выиграл главные соревнования в своей жизни. Вначале я не понимал, пока сюда не приехал, я не понимал, что это. Еще как бы не осознавал. До последнего момента все думали, что серб первый, потому что 13 лет его никто не выигрывал. Две паралимпиады, он золотой, и вот сейчас третья паралимпиада его, он серебряный стал. Конечно, они все были в шоке. Паралимпиада – это абсолютно другой уровень, делится тэквондист Зайнудин Атаев. В Токио он стал третьим, а эта медаль наверняка станет одной из первых игрушек для сына, который родился у него как раз перед вылетом на турнир. Ощущения, вам сказать, ни с чем не передать. Это все равно другой уровень, когда туда попадаешь. Даже вот больше всего удивило то, что столько паралимпийцев никогда не увидишь, как на Олимпиаде. Перед вылетом в Токио он родился практически, да. В честь друга тоже назвали по команде. Пока еще не видел, чисто через телефон, через WhatsApp только и все. На пьедестал в японской столице также поднимались тэквондист Даниил Сидоров и дзюдоист Анатолий Шевченко. Выступление наших атлетов в Японии в региональном Минспорта назвали триумфальным. Сам руководитель ведомства Сажид Сажидов и вовсе приводит медалистов в пример своим детям. Сегодня я сюда привел своих детей, чтобы они увидели действительно настоящих героев. Тех людей, которых не сломило ничего, своим характером добились в жизни высот именно спортивных, которые показывают пример нашему подрастающему поколению, что надо стремиться идти к своей цели, никогда не сдаваться. После заслуженного отдыха спортсмены вновь вернутся в залы. Муса Таймазов намерен покорять новые рекорды, а наши третьи призеры к играм 2024 попробуют переплавить бронзу Токио в золото Парижа. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До свидания.